приятными впечатлениями. Здоровья вашей семье и благополучия. С Новым годом! С Новым годом! Новый год – всегда волшебное время, когда не только дети, но даже взрослые начинают верить в чудо. В этот светлый праздник желаем вам веселья, счастья, успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья и благополучия. С Новым годом! Дорогие друзья, примите поздравления – с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть в эти светлые дни в ваших домах будет праздничное настроение. Для многих из нас Новый год – это новый отсчет. Многие захотят жить по-другому, без обид, ошибок и поражений. Пусть эти добрые начинания осуществятся, и самые дорогие люди всегда будут рядом. Каждый человек обретет в этом году свое собственное счастье, семейное согласие и домашний уют. Поздравляем с праздником наших пациентов. Благодарим за то, что вы выбираете нас. Надеемся в дальнейшем быть для вас столь же полезными, заботиться о вашем здоровье и красоте. Будьте счастливы! С Новым годом! С Рождеством! Дорогие волгоградцы, я от лица нашего юридического агентства АВИМ поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю, чтобы в новом году у вас был спокойный, тихий и теплый семейный очаг, чтобы в нем ждали вас родные и близкие, чтобы вас никогда не касались правовые проблемы и чтобы правоохранительные органы и органы власти в нашей области всегда были на вашей стороне. И чтобы Конституция Российской Федерации, статья 2 ее, о защите прав, свобод и интересов граждан, работала в первую очередь в ваших интересах. Дорогие волжане, ушел в историю 2019 год. Год яркий, интересный, насыщенный. Для города, для нас с вами. Это и юбилей города. Это и выборы в местное самоуправление. Это и интересные проекты. Это и новые площадки, скверы, парки. Это то, что нас окружает. То, что мы вместе делаем интересным наш город. Уверен, что те ожидания, те помыслы, те свершения, которые мы задумали, мы чувствуем, видим, они обязательно должны исполниться. В новом 2020 году я желаю вам, вашим семьям счастья, благополучия, позитивной жизненной энергии, чтобы задуманные планы, мечты обязательно исполнились. Ну и, конечно же, мы должны помнить, что это все зависит от нас самих. Как вместе мы делаем город лучше, так это мы должны делать и на будущее, потому что все зависит от нас. Счастья, благополучия, удачи. С Новым годом! С новым 2020 годом, зрители телеканала «Волгоград-1». С новым счастьем, дорогие друзья!